новогодней елке Министерства образования и науки России примут участие четверо детей из Тувы, воспитанники Тувинского кадетского корпуса. Шайгу Кужугет, Айрат Дактугу, Белек Сад, Мангуне и Барбакол. Чтобы попасть на новогоднюю елку в Москве, ребята целый год усердно учились и участвовали в различных конкурсах и соревнованиях. Сопровождающим детей выступил заместитель директора по семейному устройству Вадим Кужугет. Отмечается, что с 25 по 27 декабря Министерство образования и науки Российской Федерации проводит в Московском дворце спорта «Мегаспорт» новогоднюю елку для детей, воспитанников организаций, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В новогодней елке примут участие тысячи детей, которые прибудут в столицу изо всех регионов России. С наступающим Новым годом детей поздравит министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева. Кроме того, для школьников запрограммирована экскурсионная программа. Также ребят ожидает праздничный вечер с Дедом Морозом у новогодней елки. Каждый юный участник получит новогодний подарок.